А знаете, что вы, если бы вот хорошо учили русскую литературу, поэтому я говорю, дети вам, надрываюсь, я уже говорить вам это, читайте книжки. Дальше вы не будете читать. Пиво, разврат и деньги ударят так вам по мозгам, что вы к 40 годам превратитесь в бочку, а многие из них уже прекратят жить. Поэтому пока вы живете молодо и мозги не побиты алкоголем и наркотой, читайте книжки, дальше уже возможностей не будет. Никто вам не позволит сидеть в теплой комнате, слушать какого-то профессора, который как кликуша орет вам. Читайте книжки. Дальше жизнь на вас взглянет неласково, будет бить по морде и заставлять делать какие-то самые неприглядные вещи. Не до книжек будет. Не до книжек. А за стенкой будет петь какой-нибудь романтик, подбивая вас на романтические бредни и на героизм, да? Который 5 копеек будет стоить. Ну, дальше поехали.